Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, меня зовут Слуцкий Александр, продолжаем проходить кампанию тьмы в игре Властелин колец, битва за Средиземье. Я думаю, что в этой серии мы наконец-то нападем на Эдорас. Но у меня нет все еще волчьих всадников, вот что я вспомнил. Что же нам деревни делать? Деревни леса Рохана гибнут. Пришло время нанести удар по их столице Эдорасу. Может быть, нам позволят их взять именно в этой миссии. Ну просто без волчьих всадников тяжеловато будет атаковать. С древних времен Эдорас был обителью королей Рохана, но вскоре этот деревянный город станет пеплом и дымом. Уж мы-то постараемся. Не знаю, друзья, наверняка будет конница защищать Эдорас. А у нас вот копейщиков как раз нет, которые показаны здесь. В заставочке. У нас их нет. Будем как-то обороняться на базе. Ну, помните, как мы это делали уже? Просто в гущу наши изенгарские войска посылать. Ну, а лучниками расстреливать конников. Надеюсь, это у нас получится. Уничтожайте все лагеря лошадников. Лошадников? Убейте защитников города. Пусть в стенах Эдораса не останется ни одного здания. Стоять, ублюдки. Разобьем здесь лагерь. Ну что ж, давайте попробуем. Сначала нам, да, на поступах нужно устранить угрозу. Здесь два лагеря у них. Тут, кстати, родники, смотрите. Вне лагеря даже есть. Так, что происходит? Они-то знают, да, но мы попробуем. А, кстати говоря, смотрите-ка, логово варгов есть. Логово варгов появилось. Может быть, оно и было, я просто не замечал. Я даже не знаю. Попробуем захватить нашими силами, уже имеющимися эти лагеря. Спасибо, кстати говоря, за подсказки насчет быстрых клавиш, но я ими не пользовался никогда, поэтому и не буду, наверное. Так, ну-ка, вот этот вот отряд на выход вместе с Саруманом. Давай, 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 давай. Что встали-то? Так, вы защищаете южный подступ, а вы защищаете северный подступ. Его нету тут. У нас два подступа к нашей базе. Да, поэтому просто защищайте вот на базе, стойте. Так, Саруман, ну пойдем. Надеюсь, у нас сейчас все удастся. Быстро захватить тут крестьяне. Тут наверняка конница побежит на нас. Ничего страшного. Так, сразу же. Родник уничтожаем. Так, 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 так. Бьем, бьем, бьем их сразу. Конницу расстреливаем. Они нам не нанесли практически урона. Так, спокойно. Побежали они, ишь ты. На арбалетчиков. Не дело это, не дело. Не буду переформировать. Строй, пусть именно действует в подобном ключе. Так, подожди, это еще кто? Откуда они взялись? Как я их не заметил? Ну-ну-ну-ну-ну-ну, Саруман, помоги! Ты вообще стоишь без дела. Ты посмотри, сколько тут конницы. Не знаю, зачем я это сделал. Вроде как героям помощь, насколько я помню. Продолжаем двигаться вперед. Так, один отряд я оставлю, пусть зачищают всех. Кто будет подходить. А этими вперед-вперед идем. Вроде как никого не потеряли. Или было три отряда арбалетчиков. Вот этого я не помню. Пусть арбалетчики стоят на защите. Так, тут, кстати говоря, конюшня. Ну что, один лагерь мы захватили. Захватили же? Ну да. Захватили. Можно строить свой. 2000 он стоит. Вполне реальная цена.
Отлично. Так, здесь у нас, кажется, все. Сразу строим оборонительные башенки. Без них никуда. Иначе нас тут быстро выгонят нас отсюда быстро. Поэтому пока есть деньги, надо их тратить. Чем я и занимаюсь сейчас. Так, ну и пару боен. Почему бы и нет. Так, есть тут лес где-нибудь? Да, слушайте, есть. Мы победим. Так, ну вот это вот это неправильно. Идите, они обречены. И последнего. Отлично. Так, давайте зайдем вот сюда. Пусть они сначала все наши препятствия проходят, а уже покоцанными, скажем так, будут биться с нашими отрядами. Думаю, это будет правильно. Так, ну и можно еще одну бойню. Уменьшает стоимость волчьих всадников. Все для этого. Все для этого. Тут уже можно оружейную поставить. Собственно, волчьих всадников, логово варгов. И яму уроков. Ну вы же помните, когда я куплю все улучшения, я поставлю мастерскую. Сразу же после этого. Так, ну что, нас вновь атакуют, по-моему, там, да? Ну, это обычные лучники. Не страшно. Ко мне, мои создания. Так, немножечко еще вглубь отступим. Вроде как всех сохранили мы. Как ни странно. Как ни странно, мы сохранили всех. Теперь надо северный лагерь захватить. Не будем забывать о нем. Так, отлично. Но сначала вы знаете. Сначала вы знаете. Нам нужно купить все улучшения. Так, Сарма. Вот это же тоже можно поджечь. Так, подожди. Что тут происходит? Сначала убейте их. Потом убейте лучников. Скорее надо северный лагерь уничтожить, чтобы уже не шли они сюда. А то так и продолжат нападать. Так, там будет золото? Да, будет золото. Поэтому давайте, давайте, работаем, ребят. Забираем все пожитки. Ну, хоть 130 золотых. И то ладно. Продолжаем. Сарман будет ходить собирать. Отлично. Там кто-то бежит на нас. Я уже вижу шевеление. О, да. Все разные отряды причем. Ох, не только там, кстати. Смотри-ка ты. Сарман, забери золото уже. Так, тут надо немножко помочь. А, можно было и не стрелять на самом деле. Так. Золото возьми. А, они просто прут, поэтому. Не страшно. Тупо прут на нашу базу. И сюда, кстати, тоже. Так, ну давайте, заходите. Мы тут вас встретим. Вот, блин, далеко стреляют. Ой-ой-ой, конница, 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 аккуратно. Нормально. Пока все идет по плану, ребята. Пока все идет по плану. Немножечко можно отойти к своим отрядам. Так, ну что, как мы будем атаковать вот этот лагерь? У них конюшня, вот главная проблема. Можно... Нет, здесь мы с реки не подойдем никак. Придется идти именно с юга. Ну что ж. Вполне реально это сейчас. С этими ребятами все сделать, мне кажется. Один отряд, даже два. Не-не-не, один. Один надо оставить про запас все-таки. Переформирование. Ну и у нас тут уже денег накопилось. В принципе. Так, конница не успокаивается, да? Но сейчас мы ее успокоим. Постепенно. Так, ага, очередная вылазка. Закончится для врагов ничем. Это я вам гарантирую. И хотя бы отряда 3 волчьих всадников было бы не лишним заполучить. В
время сочтено. Это кто сказал? Не Саруман же? У Сарумана полное здоровье. И у них тут еще башенки, вы посмотрите. Поэтому не все так просто. Не все так просто. Так, аккуратненько. Сделаем еще баф, чтобы вообще неуязвимыми были. Так, это поможет для ресурсов. Наступаем, наступаем, дальше. Так, и вы тоже давайте вперед. Вы что? Лучников бросаете в пекло. Что вы, блин, что вы бьете? Я не понимаю. Смотрите, сколько крестьян побежало. Давайте, ребята. Мы это сделаем. Ой-о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 й. Вот это мы, конечно, пропустили с фланга здесь конницу. Но ничего страшного. Не произошло. Красота. Так, я думаю, на мечи лучше. На мечников. Оком Саурона смотреть. Все, закончилось. Продолжаем идти, ребят. Не останавливаемся. Оружейную надо устранить. Ну все, ребята. Мы захватили этот лагерь. Я вас поздравляю. Можно переходить отрядами. Так, вы, значит, сюда. Вы, значит, сюда. Кстати, в режиме атаки можно заставить двигаться. Они по дороге все уничтожат. Так, вы, значит, наверное, тоже сюда. Распределимся маленько. Ну и арбалетчики давайте. Северный лагерь. Ну и вы видите, какие масштабы у Эдораса. Тут очень много всяких сооружений. И когда мы будем заходить внутрь, нас, конечно, сразу примут. Поэтому надо аккуратно действовать здесь. Так, ну, с этим вроде как все, да? Так, я ниже почему-то... Эй, ниже камеры. Вроде же опускалась до этого. Ну вот, другое дело. Так, ну что? Оружейная была, мастерская. Почему бы и нет? О, да. Не перестают атаковать. Ну и здесь мы поставим, как обычно, сначала оборону, а потом займемся ресурсами. Что тут атаковано? О, огненные лучники, это не очень хорошо. Хотя они даже не успевают дойти, они без брони, поэтому наши башни с ними очень быстро расплавляются. Ну, просто плавильни строю, видите. Я, наверное, все заставлю здесь плавильнями, чтобы было много ресурсов. Атаковать будем с юга. Так, ну что? Как я и говорил, три отряда нам хватит. Это 80 очков командования. Нет, 60. А, нет, трех будет много. Давайте возьмем тогда два отряда. Ну, нам просто нужны будут осадные орудия. Поэтому два отряда. Двух отрядов хватит. Так, лес, иди сюда. 4 штуки. Я не знаю, если мы разрушим баллистами ворота, они их будут восстанавливать или нет? Вот этого я не помню, если честно. Так, отступите, пожалуйста, вон туда. А то знаю я этих роханцев, они придут и... начнут нас бить. Так, новые волчьи всадники. Ну, наконец-то. Я долго вас ждал, ребята. Долго вас ждал. Увеличиваем прибыль. Плюс 100% ресурсов. Полезная вещь тоже. У нас будет много денег у нас. Так, баллиста. Ну что ж. Можно, наверное, закрепиться здесь и попытаться выстоять. Ну, нужно только побольше баллист все-таки. Я думаю, две хотя бы. Две будет про запас.
Так, еще одни волчьи всадники сейчас появятся у нас. Замечательно. У нас появились новые волчьи всадники. Красота. Так, ну я думаю... Не, вот этих я не буду брать. Четыре отряда и две баллисты. Поставлю здесь. Попробуем удержаться. Этими силами. Попробуем штурмовать именно так. Так, выходим. Выходим сюда. Где-то здесь было, кстати. Какая-то секретка была, я помню. Соберите сокровища древних королей Рохана. Убейте леди Эовин. Вон оно что. Сокровища древних королей вот именно здесь находится. Но там вроде какая-то приколюха. Поэтому я туда не пойду. Денег у нас достаточно. Хотя ладно, что, давай сбегаем. Ради интереса посмотрим. Что там? Я просто хочу и себе напомнить. Да и вам, я думаю, интересно будет посмотреть, что у нас тут. Эти башни тоже, они будут серьезный урон наносить. Так, ворота открываются. Кто-то заходит, да? Выходит, то есть. Так, варги, вы как-то не очень правильно побежали, по-моему. Ты смотри, их взяли просто и одного отряда нас лишили, да? Роханское погребение, проверьте, нет ли в нем сокровищ. Есть, конечно. Слушайте, но тут ничего нет. О, нет, вон еще сокровища. Ну, я имею в виду, из врагов никого нет. Я про это. Неплохо. Еще собрали монет. Ну, поставим-ка вот сюда, чтобы баллисты выходили, а то они тут толпятся. Не лучшая расстановочка. Давайте туда. Ну, вы, господа, пойдете вместе с этими отрядами. Думаю, будет все нормально. Так, ну сначала надо закрепиться, как я и говорил. Они открыли ворота, кстати, как ни странно. Этот один лучник смешной. Бьем, бьем, бьем. Смотри, они закрывают ворота, но... Лучники на стены, да. Блин, они довольно сильные. Давайте, давайте. Ребята, должны справиться с ними. Так. С этой стороны вроде нас не трогают. Ну уже, арбалетчики, блин, как они все-таки... близко подходит, чтобы убивать. Очень неудобно. Отлично. Ну что там, почти ворота разбиты. Я сразу готовлю волчьих всадников. Где-нибудь здесь. Все, ворота сломаны, ребята. Это было довольно легко. Но... это только начало, видите, да? Побежали, побежали. Всякие эльфы и так далее. Хм, они исчезли. Удивительное дело. Да убейте вы вот этих вот ребят. А то они сейчас всех расстреляют здесь. Вот этот вот баф неплохой дает. О-о-о. Я ж подготовил волчьих всадников. Ну да. Это такое первое наступление у нас будет. Разведка боя, можно сказать. Нас смели, смяли просто. Смотрите-ка. Нас просто смяли. Ну что, пощупали на зубок врагов, можно сказать. Баллисты тоже смяли. Ну, естественно. Они зашли туда, как не знаю, как ни в чем не бывало. Убивайте, убивайте, ребята. Ох. Расстреляли, короче, наши эти отряды. Эовин не убита пока.
Так, ну ничего страшного. Главное, что ворота разбиты. В принципе. Поэтому можем заходить. Можем, кстати говоря, еще вот здесь вот организовать атаку. Такую, с севера. Атака с севера будет. Саруман. Давай ты и три отряда. Сюда. Пойдут и уничтожат. Сначала вот эту вот башню. Убейте их. Я думаю. Саруман не побежал, потому что он не может уничтожать эту башню. Сделай вот так. Так, ну и сами понимаете, что у нас надо восстанавливать нам. Куда они побежали? Нам нужно восстанавливать отряды. Так, баллисты, кстати, у нас еще. Целый здоровый. Вау. Это Саруман сделал? Так быстро. Я думаю, вот эту башню тоже уничтожим. Атака с севера будет. Да, вот у нас еще одни арбалетчики. Ну что, у нас получается... Два отряда уничтожили. Как-то так, по-моему, было, нет? Минус. Так, там башни нет, там башни нет. Объясню, для чего я разрушаю их чуть позже. Я думаю, вы поймете. Так, тихо. Давай. Я думаю, что вот эту башню тоже нужно устранить. Убейте их! Давай, Саруман. Они обречены. Я сначала... Сначала их. Они больше урона наносят. Вы бы еще обошли их, блин, с другой стороны, я не знаю. А неплохо Саруман бьет, кстати говоря. Ну куда вы бежите, ну? О, боже. Вот как они тупят все-таки. Когда воюют не со... Ну... На разном уровне высоты... Скажем так. Так, вот этих конницу тоже нужно устранить. Этих конников. И встали. Вот что за... Ну, кажется, все. С севера можно идти. Фактически. Давайте встанем вот сюда. Объясню вам чуть позже, что это вообще за план у меня такой. Будем его держаться. Так, тут у нас все прекрасно. Набираем новые отряды. Улучшаем их. Я, знаете, как сделаю даже, наверное... Разрушу здесь второго уровня, второго, все второго, да? Ну ладно. Разрушу один горн и поставлю еще одну мастерскую осадных орудий. Почему бы и нет? Так, отлично. Продолжают идти и погибать. Эльфы уже, кстати говоря. Не просто будет здесь пройти. Мы разрушили ворота, но при этом вот эти вот статуи, как мы знаем, дают неплохой баф. Ну, плюс к атаке, броне и так далее врагам. Поэтому нужно как-то здесь действовать хитрее. Наши отряды. Мастерская готова, это отлично. Я покупаю лестницу. Ну и вы понимаете, да, что я хочу? Залезть туда. Вот эти вот ребята... Ну-ка давай. Пойдут тоже с нами. Естественно. Давайте, давайте. Никаких катапульт вроде как у Рохана нет. Это не Минос Тирит вам. Поэтому, думаю, мы справимся. Но они бегут, смотри, на нас похоже, да? Они нас видят, поэтому на нас бегут. Да, прямо на нас бегут. Давайте, попробуйте, попробуйте. Попробуйте, попробуйте. Блин, добежали ведь. Пока наши там целились. Их уже подавили маленько. Седьмого уровня. Уже Саруман. Это хорошо.
на которой нет солдат. Давай. Нашли мы уже стену, на которой нет солдат. Сейчас будем залезать. Просто здесь ворота очень сильно охраняются. А мы пойдем немножко хитрее. Ну и когда придет время, мы и здесь пойдем в атаку. Как только он ставит лестницу, мы поднимаемся наверх. Сначала с Аруманом и мечниками. Хотя, все сразу. Кто быстрее залезет, короче говоря. Здорово. Давай наверх. Довольно быстро поднимаются. А ты, Саруман, не можешь? Да ладно, ты можешь, по-любому же. Нет, серьезно, он не может. Он не может залезть на лестницу. Эй, ладно, тогда ты пойдешь с основной армией. Деваться-то некуда. Смотри, они достают. И разрушили стрельбище. Круто. Ну что ж, ладно, идем дальше. Я думаю, даже в режиме атаки пойдем. Ничего больше не достанете? Ну, вроде как нет. Посмотрим, чем завершится эта наша атака с севера. Думаю, получится неплохо. Думаю, получится неплохо. Ага, бегут уже, смотри. Живых не оставляй. Хотя они бегут немножко не сюда. В атаку! Давай, давай. Так, арбалетчики встали, хорошо. Ну вы же выше, вы должны дальше доставать, но... Не на всех, ну ладно. Так, нормально, нормально. Работаем. Так, быстрее, на помощь. На помощь, я сказал. Кажется, Элвина убили, да, мы? Спускаемся, ребятки. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Вот это вот дело надо сломать быстрее. Так. Волчьи всадники прискакали. Вовремя. Так, отлично. Здесь разрушили все. Что стреляет нас? Неужели фермы? Не, не фермы. Нечто другое. Кое-что похуже. Башенки. Давайте ими займемся. Быстрее. Какого хрена? А, я вспомнил. Тут такой баг, да? Пока не разрушишь. Короче говоря, лучниками надо это делать. Так. Еще есть отряд. Быстрее, вперед. Саруман, присоединяйся. Блин, волчьих всадников распетрушили наших. Трудно контролировать все вместе здесь. Естественно. Ну, попробуем. Так, Саруман, ну ты где? Давай быстрее сюда. Так, так, убивай дальше. Отлично, Саруман пришел. Все, давай вперед. В битве на равных здесь, ну в смысле, лучники против лучников, у них нет шансов. Эти все крестьяне тоже, это бесполезняк просто. Просто подходят на убой. Эльфы. Не дать уйти в спину, просто расстреляли. Так, вот эти вот башенки раздражают. Найдите, говорит, кольцо. Саруман, ты что, совсем долбанулся? Так, минус башня, хорошо. Идем дальше. Минус ферма. Я так понимаю, ну да. Минус родник должен быть. Так, этих я сейчас потеряю, но не страшно. Они как отвлекающий маневр. Отлично.
Так, ферму мы там пропускали. Конюшню, срочно конюшню разрушить. Я вижу тебя. Сарман. Так, 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 тихо. Ах, ты все равно, смотри. Я думал, они не побегут на нас. Не ошибался. Справились. Они куда-то бегут, а потом резко на нас поворачивают. Интересно. Интересная тактика. Так, вот это вот дело надо устранить. Стрельбище. Так, тут у нас... О, еще веселуха. Продолжается. Так, я не понимаю, что вы творите, ребята. Я вам говорю одно делать, вы делаете другое. Ну ладно. Главное, что пока все работает у нас. Так, еще одна башенка. Понял. Ну нет шансов уже у Рохана, вы же понимаете. Давай вперед, Саруман. Там тревога у них, которые уже, как бы мы уже совсем близко подобрались. Они только сейчас тревогу поднимают. Интересно. Больше нет здесь башен? Вроде как нет, но отсюда по-прежнему идут отряды. Хорошо. Блин, неужели конницу? Мы не победим. Да нет, должны вроде как. Последний, ну, Рохерим, последний, давайте, добейте его уже. Да какого же лешего? Он их еще и давит. Все, вроде как. Так, вы не высовывайтесь пока. Лучше отступите. Вон, к Саруману. Так, ну что? Пора брать подкрепление, ну и... Я бы 4 отряда взял еще волчьих всадников. Ну-ну-ну-ну-ну. Добейте уже это дело. Так, ну что, отлично. Конюшню здесь разрушили. Идем дальше. Присоединяйтесь, пожалуйста, ребята. И вы тоже. Давайте к воротам, быстрее. Ну же. Саруман, ты же можешь сделать вот так. Отлично. Работаем на нас, ребята. Быстрее. Я вижу тебя. Отлично. Продолжаем атаковать. Конюшню нужно разрушить. Так, и подкрепление. Какого хрена? А, понял. Эти все еще живы, ничего себе. Ну все, сейчас их убьют, наверное. Хотя, пока не получается у роханских отрядов это сделать. Либо ферму, либо что уже, разрушьте. Надо всех на одно посылать, чтобы эффективнее было. Убейте их немедленно. Минус стрельбище. Ну, кажется... Кажется, все, ребят. Это победа. Но, по-моему, нужно каждое здание здесь уничтожить вообще дочисто. Поэтому продолжаем. Продолжаем. И сюда. Так, тут вроде ничего. Тут ничего. Откуда лучники идут? Я не понимаю. Это ферму уже уничтожьте, ну. Что как не родные, я не знаю. Так, тут-то все? Тут все. Тут просто разрушили дочисто.
Так, волчьи всадники. Ну-ка. Разведка. Да вроде ничего тут нет. Вот это каждая маленькая зданица, что ли, да? Вроде как да, нужно уничтожить все роханские постройки в городе, видите? То есть дочисто сжечь, разбить, разрушить. Вот эти ребята каким-то чудом выжили, но... Можно сказать, настоящие ветераны боя. Ветераны войны уже. Хотя у нас есть, наверное, отряд здесь и постарше. Многие, хотя из них погибли. Продолжаем, продолжаем. Так. Ну-ка. Откуда? А, вот же, ё-моё. Как это мы упустили вообще? Золото нам уже не сильно необходимо, поэтому... Давайте вон, стрельбище. Надо с ним разобраться. Нормально. Еще здание есть, вот это вот. Стены, я уж надеюсь, не надо. Да нет, стены не надо разрушать, это точно помню. Тут еще два маленьких домика. Очень мобильные отряды наездников на варгах, поэтому я очень ждал их. Так, блин, это башня подзадолбала уже, хотя их мало. А, ну все. Все-таки не все. Надо было стрельбище разрушить, тогда точно бы все было. Ну. Тот час, когда Саурон будет править среди зем. Ну, Саруман в этом способствует. Ну что, Эдорес захвачен, ребята. Показывают Лурца, но мы атаковали армии Сарумана. Копейщиков, кстати говоря, я так и не купил. Да, было эпично. Но это блестящая победа, я думаю. Очень много повышений. Ну, покупали знаменосцы в основном-то. Так точно, это блестящая победа. Уруки уже, смотрите, 6 уровня. И место найма Изенгард. Всего лишь Саруман и Уруки-арбалетчики у нас остались. С самого начала кампании, остальные уже постарше. Из Эдораса больше всего отрядов осталось, смотрите. Да, много погибло здесь у нас. Ну что ж, Дунхароу похорит Рохан. И Вестфолд. Нас две эти земли отделяет от Хельмовой Пади. Здесь также Эннедвайт есть. Наверняка тоже можем там, да, сразиться. Анфалос, Белфалос. Слушайте, по-моему, да, Лебенин. Посмотрим. Если что, туда сходим. Но не факт, не факт, не факт. Скоро мы будем за Мордор уже играть и пойдем на Минас Тирит постепенно. Ну, когда захватим Хельмову Пать, собственно, после этого. То есть через две серии, получается, мы захватим Хельмову Пать. Или через одну даже, не знаю. Ну и будем уже управлять армиями Мордора. Хотя там будет на выбор. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте про лайки и комментарии. Скоро увидимся. Всем пока.